Гнездится, гнездится. Что такое? Что? Ну что случилось? Ну давай работать будем. Давай. Люсь. Гнездится. Дочь. Ну так там уже во всю камеру работали. Ну, дочь. Ну ты чё? Чё, дочь? Чё? Ну, это моя девочка. Ну, такая девочка у нас, да? Ну все, ты забыла, что ли, что нас снимают? Вот так. Вот так вот. А кто будет работать? Давайте мы будем смотреть, сидеть, а вы работаете. А мы просто будем так разговаривать. Думаю, хорошая. Да? Ой, моя девочка. Ой, здравствуйте всем. Просили у меня много-много людей просили пересадку опять. Ну, я говорила же, что очень много пересаживать, переваривать надо. Что-то сил не особо много. Наверное, нас погода вот это выматывает. Вообще. Зима в Анапе жесть просто в этом году. Холодно, вот, ну холод, ну, зверски просто. Ну и вот и сил каких-то нету, ни физических, ни моральных, никаких. Ну ничего. Ну, старожилы говорят, что такой зимы давно не было. Ну, я тоже так думаю, хоть я и не старожила, потому что если бы мы об этом прочитали, что хотя бы 10 лет назад такое было, мы бы, наверное, сюда не поехали. Ой, ну, в общем, давайте сейчас. У нас опять будет микс, в основном перевалка. Да не в основном опять перевалка. Цветочки показываю. Будут гуанемы, бегонии, стрептокарпусы. Я бы, наверное, знаете, еще много... папоротник один, много-много чего еще. Но у меня, я говорю, нет ни сил. Ну и чтобы видео уж не сильно длинное было. Это еще красавица. Время на нее. Эй, кукла, давай работать. Давай. Так что давайте за работу. Грунт у меня все тот же. Сейчас возьмем, да, Люсь? Да? Будем работать. Присоединяйтесь. Никакую ее не сдвинуть. Люська. А, Люська, давай вставай, уходи отсюда. Уходи. Не хочет она сегодня. Вот какой-то был период, да, что вообще не подходило даже вот сниматься. Даже вообще. А тут что-то опять на нее звезданутость снизошла. Ладно, давай. Подвинься хоть немножечко-то. Ну, хоть капельку подвинься. Ой, вредная девчонка. Так, с чего начнем? Давай за большой сразу. Конечно. Горшок поливаю тоже. Почему решила пересадить? Полив часто. Вот взяла такой горшок. Он цветет. Да, проглядела. Тут аж два цветоноса. Туши слона. Хотела сказать аспарагус. Господи, чё к чему? Все. А главное, правильно. То я могу сегодня нагородить вообще. Что-то вообще погода вымотала меня. Так. Не кладу я дренаж, не буду класть. Так все вроде рыхлое. Ходили сюда, в Красную площадь, за этим грунтом. Че, сколько прошло? Неделя прошла? Наверное, не больше. С чего? Ну, когда мы брали последний раз. Mm-hmm. А вы уже все расхватали. Вообще, вот я вообще ничего не пойму. Куда все гребут? Ты про грунт спрашиваешь. А тут... Ну, продукты. Тут все продукты, все. И грунт весь. Сметают только так. Мы сегодня посмеялись с мужем. Ну, про сахар опять же. Куда его это? Что такое-то? Я говорю, а сижу такая, знаешь, что? Это месть. Что за месть?
А кому в прошлом году гречки не досталось? Когда там гречку-то скупали? Они мстят, скупая сахар теперь. Не съели гречку, съедят сахар. Ой, не знаю, что им делать с сахаром-то этим. Так. Сейчас помню маленько. Все гребут, тележки полные, полнющие. Ну, не знаю. Деньги есть, почему нет, конечно. Тут что-то пока ничего не видно. Ну, вот это никак не видно. Ой. Хоп. Вот. Сейчас немножко заглубим ее. Глашечку нашу, красивочку. Девочку. Девочка, красивочка. Лисички на пошла кушать. На этот Яндекс.Дзен мне уже столько советов дали полезных. И мы все никак не можем ничего закинуть, вообще зайти что-то сделать. Если честно, некогда. Ну, надо уже. Может, вот эту закинем? Ну, видно будет. Блин, опять же закидывать смысла нету. Потому что там до конца, туда короткие надо закидывать. Поэтому надо что-то коротенькое. Делить видео на две части. Вроде как так. Вот. Что такое? Я медлительная что-то сегодня вообще. Холод, ветер ледяной. Ой, ну вообще невозможно. Ну понятно, февраль, март, здесь зима. Ну что-то нынче она какая-то ледяная просто. Сейчас все вот что, 3 года, да, 4-й пошел. Самая холодная зима тут у нас. Другой раз хочется на море пойти, но я представляю, каково там возле моря. Там вообще, наверное, обледенеешь. Так, все, убираю я. Так, это я обрезала верхушку. Да не верхушку, считай, половину. Это забыла, как она называется. Когда с большими корнями сажаю, она потом почему-то ломается, болеет. И когда с маленькими, ну правда, ставлю в мешок и быстро-быстро оплетает. Вот. Тоже дренаж не стал. Согласен, колор мыть. Ой, не помню я. 10 карат. Вспомнил? 10 карат. Угу. Я ее в мешок поставлю и под лампу. Она быстро оплетет. Корешками. Когда большие, они почему-то, не знаю, болеют. Корни, когда большие. Главное было, чем зацепиться. Цены растут, растут вообще. На мясо только, вот на свинину, на говядину, пока цена не выросла. Сегодня ходили за агрокомплекс. Местное это. Краснодарское все это. Ну, куры, короче, там все на свете. Агрокомплекс. Ну, я назвала. Тоже подорожало. Все. И филе куриное. Все, короче. Вот. Ну, а так все равно все в магазинах. Все, все есть. В принципе-то. Сахар. Ну, не знаю, наверное, все уж набрались. Что-то даже не наблюдала. Был, не был. Смотрела. Ой, что сюда поставила. Вот стрептокарпус лист на этот горшок положила, немножко дренажа. Вот вот такой лист был шикарный, большой. Я его отломила, что ничего не помещается, все кого-то разрослось. Со злости взяла, выбросила прям здоровый лист. Раньше, да, я бы его почикала и насадила. Сейчас что-то вот и места нету, и вообще не знаю. И выбросила его.
А хотя ты говорил, подоконник для них. Ну так подоконник узкий все равно. Для них и сколько там войдет их. Все равно придется на стеллаж ставить. Я же еще хотела немножко других сортов. Да. Корешочки беленькие, хорошенькие. Тоже поливать заколебалась уже, по-русски сказать. Просыхает моментально. Все вы правы. Ну, я ее увеличиваю, это не намного, горшок. Что намного сразу нельзя. Да и вообще. На окно не влезет. Больше горшок. Ой, как плохо, когда окон, ну, подоконников нет широких. Очень плохо. Потому что на окне, когда цветущие растения стоят, именно цветущие, вот заходишь, и они сразу взгляд притягивают. Так уютно, красиво. Все равно цветущие цветы, они какую-то свою изюминку вносят. Ну, конечно, не нравится. Я не заставляю их любить. Но мне все равно всегда вот не хватает чего-то цветущего. Как бы зелень эту всю разбавить хочется. Там у нас маргарита. Я имею в виду стрептокарпус. Красотка. Так, это у нас калахари. Ой, любимчик мой тоже. Вот уже делиться начал на деленке. К осени даже, может быть, и можно будет поделить. Не знаю, видно будет. Что они когда загущены, это тоже плохо. Цветы мельчают. Тесно, розетки некрасивые растут. Ну, как у фиалок, собственно говоря. Ну, отцепляйся. Вот. Все здоровенькое, хорошенькое. Ой, пишите, какие у вас новости. Какая погода. Так, сейчас аккуратненько тут. Серединку не засыпать. Там цветоносов столько лезет. О-о-о. Мне вот стрепсы, почему они мне больше нравятся. Ну, как бы вот, чем фиалки. Фиалки мне тоже нравятся, но нет. Со стрепсами возни меньше. Они более легкие в уходе. И они постоянно цветут. Постоянно. Круглый год. Тоже распушился. Господи, это вечность. Еще не до конца раскрылся. Он цвел уже. Цвет мне нравится. Это папоротник, хотел сказать. Бред несу сегодня вообще. Знаешь, что? К окну было прилеплено. Ой, люблю я это все дело. Сейчас, секунду. Все эти некротичные вообще меня бесят. Пятна какие-то на растениях. Вот, а что это? Все обрезала, нет? Значит, все. Ну ладно, поехали. Я их удобряла вот эти вот стаканы, ну вот в этих стаканах. Ну, по-моему, раз только. Да. Я все время. Шапка не цветут, когда он глаз не оторвать, конечно. Ой. Сейчас все листья у меня будут в земле. Ничего. Стрептокарпусы и фиалки также можно под теплой струей воды мыть.
даже не можно, а нужно, так как пыль у нас оседает везде. Главное середину не заливать. Они так свеженькие такие сразу тоже после помывки. Вот все. В прошлый раз пересаживали папоротник, про это забыла. Досада варигатная. Тоже весь пересыхает. Ну, сухой. Как это вот выцарапывать теперь? Ой. Давай, быстрее, быстрее. Замуровали. Замуровали демоны. Все, вроде, ну, ничего больше. Вот. Перевал ко мне. Так, черенки фиалок, там еще чего-то. Я уже без вас сама сажу. Фу, фиалки какие-то. Что не так-то сегодня со мной? Эти хой. Еще там чего так черенковал. Ну, сажу. Что если снимать все, что я сажу, ну, у меня только одна пересадка будет. Иногда прям вот есть такое желание сильное, прям что-нибудь поснимать. Иногда что-то прям не хочется. Без настроения не хочется, конечно, ничего делать. Ой. Тем более с цветами. Бегонька. Ну, арабский закат получается, что-то по-русски-то есть. Ведь падало у меня. Перевесило. Так, вот этот лист нам не нужен безобразный. Так. И вот эту я отсажу. Ну, как их? Прищипывала, она уже пересажу сюда. Это, ну ладно. Ну, чтобы пышненько было. Ладно, что ты кого-то хочешь смотреть. И аккуратненько прислепим. Ой, они так быстро растут. Вообще, бегонии вот эти. Да вообще бегонии. Для меня же это не новье. Я говорю, в каком году-то? 9-й, 10-й, 11-й. Коллекция целая была. Ну, конечно, сейчас-то, ох, какой выбор. Этих королевских. Таких-то у меня не было. Кейн или кто-то мой. Так. Вот, красота будет какая. Да? Сюда еще подсыплю. Так. Чем-то не накормил сегодня. Пью и пью. И вот это. Ну да. Это я прищипывала уже. Ну, пышно же, красивее. Это не жадность, нет. Горшок, конечно, ненадолго, но все равно. Так. Красавицы мои. Мне написано Сесиль. Не знаю, она не она. Наверное, она. Так.
тоже падала. Причем зацепила мне половину рядом стоящих цветов. Ух. И мату было. Шутка. Вот так. Так же красивше, как говорят. Конечно. Ой, Господи. Чем бы дитя не тешилось, да? Я вот сюда немножко вниз подцеплю. Вот так вот. Красота какая. Татьяна, спасибо. Огромное. Я вот не знаю, как у меня с местом будет, но я бы хотела парочку еще заказать. Нет, три, наверное. Чего мне четыре? Как на кладбище. Еще на одну красотку грунта не хватило. Ну, значит, в следующий раз. А может, без вас пересажу. Та тоже у меня падала. Тяжелые они. Перевешивают. Так. Красота какая получилась у нас. Вот эта красавица. Грунта не хватило. Вообще такой не передает все равно. У нее цвет вот прям какой-то бронзовый. Не знаю, как Саю или как его прочитать. Красиво листья. Ну, извини, подружка, в следующий раз. Ну, сегодня у нас, правда, небольшая была пересадка. Ну, что-то цветов полный стол все равно. Вот такую красоту мы с вами посадили. Бегонии две, да? Криптокарпусы. Да-да-да. А! Ой-ой-ой. Меня-то, говорит, забыли, она кушала. Ой-ой-ой. Ну иди. Ну, милый ребенок. Ну иди, иди. Ой, не знаю, только не свали тут ничего. Ну все, присаживайся, присаживайся потихонечку. Люся вот посадили. Так, эти агланемы, две штучки, папоротничек. Ну, вроде небольшая пересадка. Все, все, да, ты... О! Повернись к людям, передан-то. Все, все, молодец. Поработали хорошо. Надо такими делами заниматься, отвлекаться. Люська нам вовсю помогает расслабляться, да? Ну, что ты хочешь, скажи. Коровка. Кто? Я и так скрываюсь тут. Открываюсь. Не надо ее так обзывать. Она такая хорошая. Ой, хорошая. Моя. Ой, хорошая. Прелесть. Ребенок прелесть. Вот. Такую красоту. Давай на эту красоту показывай. Правда, она вся в куче получилась, но тем не менее. Стрепсы теперь как зацветут. Надеюсь. Вот. Все ждем, ждем тепло, быстрее на балкон. Потому что сейчас вот. Ой, что ты какаешь, напугала меня. Некоторые, говорю, папоротники делить, но нету места. Даже вот что-то еще посадить, то, что на заказ просили. Места нету. Вообще, а тепла нету, нет тоже. Когда оно будет? Ну, вроде с понедельника обещает, но уже, знаете... Не с этого, а с того, как конкретно будет тепло, 20-го. Так уже писали, уже давно обещали. Все нет. Все? Пошла? Скажи всем пока-пока. Да еще не пошла. Все. Все, я сейчас тоже заканчиваю. Вся полоса. Вот, спасибо вам огромное, что мотивируете меня на работу с цветами и снимать что-то, что, правда, иногда что-то даже забываешь. Спасибо всем большое за ваше внимание.
Всем желаем красивых цветов, в общем, здоровья, тепла и мирного неба над головой. Всем пока.